А, где не дотянул? На носке? Каждое утро маленькой Леры начинается с надевания компрессионного белья. Это специальный чулок, который туго сжимает ногу. В 3 года девочке поставили страшный диагноз – синдром Клиппеля-Триноны. Из-за позднего лечения болезнь начала прогрессировать. То есть у нее нету внутри, как у всех людей, есть сосуды, вены на отток в ножке. У нее такого сосуда внутри нет. В России нет практики лечения детей, поэтому родители обратились в Израиль. Там ребенку уже сделали 2 операции. Каждая из них стоила более 1 миллиона рублей. Со сбором тогда помогали родственники и благотворительный фонд. Сейчас ребенку необходима 3-я операция, и она самая важная. Сейчас нас ждут туда в августе. Ну, то есть сумма выставили счет 22 тысячи долларов, как бы неподъемно. Мы вот насобирали 300, как бы ехать не на что. Вот. Но операции надо делать регулярно, нам 4 надо сделать обязательно. Если предстоящую операцию не сделать, то девочке грозит ампутация ноги. О таких серьезных последствиях родители стараются не думать. Верят, мир не без добрых людей. Сама же Лера тоже настроена позитивно. Девочка с удовольствием показывает нам свои рисунки. А в этом году она пойдет в 1 класс. К учебному году готовится самостоятельно и уже умеет читать. Я просто, как мне мама с папой говорили, совмещать буквы, так совмещала и дальше так же делала и читала. Чтобы получить хоть какую-то помощь, родители девочки обивали пороги различных инстанций. Сейчас обратились в Краевое министерство здравоохранения. Собрали документы и теперь ждут ответа. Однако время идет очень быстро, поэтому родители просят помощи у всех неравнодушных жителей края. Хотелось бы обратиться не для наживы, а именно для ребенка. То, что действительно требуется, огромная помощь. Помощь, что финансовая, что может быть какие-то советы. На операцию требуется 1 200 000 рублей. Помочь Лере может любой житель края. Телефоны для справок указаны на ваших экранах. Сабра Мамедова, Евгений Чудин. Новости.